что вы должны еще понимать, когда вы встаете в полный рост, бедро должно входить у вас сюда, вертикальную ось. Не оставляйте таз вот в таком положении. То есть после каждого приседа вставляете таз. Демонстративно вставляете сюда таз. Движение делайте акцентированно, чтобы вы понимали, что у вас происходит там работа. Кроме этого, носки развернуты чуть-чуть в сторону. Не прямо смотрят, а чуть-чуть в сторону. И колени идут по носкам. Не смотрите вниз под себя, потому что, когда вы смотрите вниз, сразу голова тянет вниз позвоночник, и у вас появляется сутулость. Ровненько вперед, надменно, и работаете в таком положении. Если у вас это получается, то вы берете любой вес на грудь и работаете уже с весом. В таком положении вы будете чувствовать нагрузку не в поясничном отделе, а в ногах. Если же вы будете неправильно делать, то спина у вас будет утомляться быстрее, чем ноги. Если же вы не чувствуете, что ноги у вас включены в работу, значит, у вас мышцы запутаны и у вас много триггерных зон, которые мешают нейромышечной связи. Надо делать массаж, самомассаж. Смотрите серии по триггерным зонам. Вот немножко вот так о приседании. Всем здоровья, всем пока!